Следчий комитет высветляет причины, которые привели до несчастного выпадку с неполнолетней девчинкой у Кобринским аквапарку. Нагадаем, днем 12 червня там лесь не потонуло 7-годовое дитя. Зараз девчинка находится у реанимации Брестской детской областной больницы. Маленькая Ира с одноклассниками приехала в Кобринский аквапарк из Драгичинского района. А кроме педагогов, за 20 школьниками сочили 5 воротовальников. Однако продухилить трагедию не отрымалось. По материалах следства, девчинка больше чем на 10 хвилин засталася без догляду дорослых. 7-годовую Иру, стратившую притомность, вынес из воды один из наведвальников бассейна. Установлено, что экскурсионную группу в количестве 20 детей сопровождали, согласно приказу учреждения образования, 2 учителя. Последний факт умения плавать у школьников не выясняли. По материалам следствия, потерпевшая находилась без присмотра учителей свыше 10 минут. По правилам посещения аквапарка, за детьми возрастом до 12 лет несут ответственность сопровождающие их взрослые лица. На записях видеокамер просматривается, как девочка пешью передвигалась в более глубокую часть бассейна. В месте, где ее обнаружил в воде посетитель, обзорность ограничена сооружениями аквапарка. Зараз дитя находится у коме. Врачи-реаниматологи Брестской детской областной больницы оценивают ее стан как вельми тяжкий. Никаких прогнозов медики не дают. Что тычется дорослых у отношениях до 2 наставников, которые сопровождали детей, следшим комитетом узбуджена криминальная справа по артикуле «Неналежное выполнение обовязков по забеспечению безопасности життя и здоровья людей». Максимальное покарание, предугледженное даденной часткой артикула, до 3 до обмежевания воли. Внутреннюю проверку проводит и Кобринская жилево-коммунальная господарка, у чьей структуры находится аквапарк.